С 20 февраля в Краеведческом музее города Верхнеуральска открывается необычная познавательная выставка «Музей занимательных наук для детей и взрослых». Здесь можно узнать много интересного. Трогайте, складывайте, включайте, наблюдайте, думайте, рассуждайте, познавайте. Все экспонаты интерактивные и не просто демонстрируют физические, химические и природные явления, но и делают их интересными и занимательными. В Музее науки трогать можно все, и даже нужно. Нажимать на все кнопки, крутить все винтики и даже самим участвовать в экспериментах. Но не стоит думать, что это будет интересно только школьникам. Среди посетителей нашего музея дети от 3 лет и студенты, школьники и их родители, и даже родители их родителей. Мы уверены, не существует преград, способных остановить желание узнавать нечто новое. Именно поэтому выставка открыта для посетителей абсолютно всех возрастов. Приглашаем жителей города и района посетить наш передвижной музей. Выставка работает ежедневно с 10 до 18:00. Выходные дни, воскресенье и понедельник. Цена билета детский 150 рублей, взрослый 100 рублей. При коллективном посещении экскурсия. Справки по телефону 8-919-351-93-88, 8-951-445-98-56, либо 8-351-43-212-72.